Вот так сейчас тусит Аликанте. Город кипит, все перекрыто. Друзья, привет, мои хорошие. Вышли погулять. Ну, не знаю, ничего вам не могу снять. Везде орёт, везде куча народу, потому что стоят вот такие вот палатки. Вот. Там уже начинаются подготовки к застольям. Везде дискотеки, музыка орёт. Сама себя не слышу, не говоря уже то, чтобы вам что-то рассказать. Ух, пока с Данилом выбрались, прямо оглушило. Сейчас идем прогуляемся. Не знаю, дома сидела, такие, знаете, ноги вроде и не болят, но такое ощущение, вроде бы гири привязаны, и вот, ну, сложно идти. Даниилу говорю: сыночек, пойдем прогуляемся. Все-таки девочки мои ждут красоты. Каждый год нельзя менять традицию. Единственное, что в этом году, когда будут сжигать эти фигуры, то я, наверное, не смогу пойти, потому что в том году без химии я чуть не упала на четвереньки. В этот раз так и подавно. Как всегда, любимые эти синабоны. Тут самые всегда красивые они. Вот. Мы заходили в магазин посмотреть Данилу вещи, потому что у нас уже рибахас начался, но еще пока такой слабенький. А у нас сейчас новая фишка. Нам ничего не подходит, кроме этого Calvin Klein. Ну, ничего такого не нашли. Его размеры только черные, а я, у нас животные, нам черные категорически нельзя. Потому что это постоянно надо чиститься, постоянно эти шерстяка. Фух. Вы знаете, такой прям дурдом для головы, если честно. Не, ну там так классно, там так по голове лупит. Вот смотрите, какие девочки в каких нарядах идут. Видите? В общем, мы идем дальше. Так, ну, это маленькие тут фигурки. Но мы отправимся к большим. О! Никого не напоминает. Какая красивая чика. Ой, тут везде поперегораживали. Так. Уже ресторанчики подготовлены. Столики накрыли. Ждут уже посетителей. Так, мы идем на главную площадь Витаменко, хотим посмотреть там центральную эту фигуру. Ой. Так, везде. Какой ты молодец. Так, где потом? А вот эти вот дудки, как начали дудеть сегодня. Блин, где-то часов, наверное, 6 утра. Это просто трындец.
И этот праздник, вот этот надо еще до 25 числа. За дня в день, за дня в день. Так. Девчулечки, вон, видите, в каких нарядах идут? Какие колбаски, шашлычки. Кровянка. Смотрите. Что здесь? Такие гирлянды красивые. Свинка. Вот так вот можете, видите, здесь сразу есть столики, можно присесть, там же чурас. Андрея. Вот так вот. Сын со своей диетой, со своим спортом. Не с кем даже согрешить. Дети колотить. Был один собутыльник, и то потеряла. Также тоже вдоль моря. Там тоже стоят все вот эти коробки с вкусняшками. Ух. Ходьба, конечно, мне тяжело, друзья, дается. Многие, конечно, офигели. Ну что не сделаешь ради любимых зрителей. Эти рестораны уже пополняются. Ой, здесь колотить, блин. Вот такие мяски. Паэлечка. Какие запахи, если бы еще с видео можно было передать запах, то вообще было бы круто. Я красная, сынок, да? Так, я на себя даже не буду переключать, потому что я такая, знаете, очень уставшая. Какие мешотки. Вот так вот жить в туристическом городе. Понимаете, что в центре сейчас лучше не ехать, потому что просто не пройти. Это сейчас еще тихо, потому что, ну, это сколько, я не знаю, сыночек, сколько, ну, часов 7, да, наверное? 8? Вот. Это где все загорожено, это тут дискотеки. И вот где-то с 10 у нас, в общем, под окнами начинается... В 10, ну и в 3:30 еще они бахала музыка, так еще и понапивались, и потом еще пьяные ныряли в бассейн, а потом испанцы там вылезли в окно, да, орали. Дася,
сегодня ты уже не хочешь такого басветика. Это Данила, любимый персонаж, был в этом, когда он был маленький, всегда требовал. Добрый час. Боже, Даня, тут все твои есть. Хочешь, становись назад маленьким. Алла! Так, и тут такая фигура. Там напротив девочка. Ну, все я вам точно не покажу. Потому что их очень много. Тут где-то еще есть фигура всех президентов. Но где она стоит, я не знаю. Мы сейчас пойдем на центральную площадь. Вот там еще посмотрим. Вот, и потом... Сынок, не тарахти, пожалуйста. И потом еще где-то присядем, что-нибудь выпьем, какой-то, может, водичку, сок, то что. Очень тяжело ходить, когда вот так вот, вы знаете, когда толкают со всех сторон, шумно. Но прикольно, мне все равно нравится. Все-таки испанцы молодцы. Они всегда умеют себя развлекать и делать себе праздники. Вот. Гэрэсон 2024. Это центральная площадь. Вот так вот выглядит центральная фигура. Ее первую будут сжигать в ночь с 24 на 25. В 12 часов ночи ее будут сжигать. Ой, надеюсь на то, что вы меня слышите. Потому что я сама себя не слышу. Смотрим, что тут. Друзья, посмотрим. Тут смотрите, какие девочки красивые из цветочков. Вот так сейчас выглядит Испания. Вот такие девочки. Мы сейчас присядем, заказали себе этот кока-колу сыром, попьем немножечко. Я отдохну, потому что очень-очень сложно. Кушать ничего не будем, потому что Данилу ничего нельзя, а я не хочу его дразнить.
просто так. Если только что не вызываешь, я официантки приходили. А тот, кто типа приглашает, это типа не официант. А вот официант, это официант. Понятно. Только что вот этот, вот видишь, мужчина этот такой, только что подошел, он с Украины. Он просто только что мимо меня проходил, зачем он меня задел. Прекрасно. Все, друзья, мы отдыхаем. Принесли нам кока-колу. Мы с сыночком сейчас тяпнем. Дай, сыночек. Опс. Будь здоров. Ух, какая прекрасная. Будьте здоровы, девчонки. Живая вода. Ух, я красная. Я сегодня с тобой горжусь, просто. Я сегодня столько прошла, я вам просто не могу передать. Если я еще вчера ходила с друзьями, 2 метра туда, 2 метра туда, и просто выла волком, что я не могла идти, то сегодня я вся красная, но ужасно довольна. Все, я отдыхаю. Ох, невеста уселась, сидит, это ж девичник такой, невеста устала. Все, мы выпили, подкрепились и уже спокойненько без вас прогуляемся и поедем домой. Так что вам спасибо, что вы были с нами. В общем, мы отдыхаем везде, везде люди отдыхают. И в итоге хочешь пойти что-то там съесть на ярмарке? Да нет. Так а чем мы тогда туда?